сложные для страны времена власть светская и духовная начинают сотрудничать теснее. В зале дворянского собрания религиозные деятели встретились с губернатором Ульяновской области. Глава региона подчеркнул то, что работать надо сообща. И в плане культурно-нравственном, и в вопросах благотворительности. Крайне необходимо сплотить свои ряды, объединиться и выступить единым, мощным и монолитным целым. Только в этом случае мы сможем противостоять, мы сможем отстоять те идеи, которые провозгласил и наш президент, и мы, безусловно, его поддерживаем. Духовенство заботится о переселенцах. В пунктах временного размещения организованы молельные комнаты. Также с гостями проводится беседа по душам. Не только словом, но и делом помогают священнослужители. Во всех приходах Сибирской епархии организовали сбор вещей, продуктов, денежных средств, которые уже передаются непосредственно в пункты временного размещения. Вот, конечно же, здесь мы стараемся помочь каждому человеку. Муфтий Ильдар Хаджи Сафиулин выразил признательность Алексею Русских за внимание к вопросам конфессий и этнических традиций. Духовный деятель считает, что дальнейшее взаимодействие скажется благоприятно на отношениях народов, проживающих на территории Ульяновской области. Также муфтий призывает ответственно относиться к мировой повестке, воспринимать информацию трезво и не верить пропаганде врагов. В мечетях Ульяновской области проводятся беседы на тему патриотизма и ответственности. Надо сегодня все силы отдать, чтобы объяснять людям, все силы отдать, чтобы заниматься молодежью, чтобы их правильно повернуть. Также духовенство обращает внимание на профилактику терроризма и экстремизма. Ведь, как показывает история, можно исказить любое слово и верование, следуя злому умыслу. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.